есть хорошая жизнь, а есть плохая. Это очевидные вещи. Плохая жизнь – это когда люди болеют и живут бедно. А хорошая жизнь – это когда люди здоровы и живут богато. Ну где сейчас можно жить здоровым и богатым человеком? В городе невозможно, потому что город уже не то, что был раньше. Город – это технологическое дерьмо, затравленное всеми возможными способами. А как сбежать с города? Есть несколько методов. И как с деньгами разобраться, и с кредитами, и с банками, и создать свое крестьянское хозяйство. Миллионам из вас, я надеюсь, миллионам из вас, рассказать о том, как это здорово жить свободной и вольной жизнью, и как начать ей жить. Часть людей изменит свою жизнь. И не нарадуются тому, как они ее изменят. Потому что к хорошему человек привыкает быстро. Но нужно сделать шаг. Это самое трудное. Сделать первый шаг.